Здравствуйте! Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию вот такой вот дрель-шуруповерт модель PSR-1200. Специально для вас мы его сейчас откроем, покажем, что здесь и какой комплект поставки. Смотрим, значит, открываем. Открываем его. Также следует отметить, что на коробке нанесены основные технические характеристики, то есть 12 вольт и патрон у нас идет здесь такой вот. Так, открываем. Как мы его открываем? Вот, открываем. Открываем, сразу видим инструкцию. Очень много инструкций на всех языках мира. Вот так вот он упакован. Достаточно удобненько лежит в коробочке. Значит, достаем его. Данный шуруповерт относится к бытовой серии. Здесь ничего нет абсолютно лишнего. Значит, смотрите. Здесь завинчивание. В комплект поставки входит бита, аккумулятор на 12 вольт и зарядное устройство, что немаловажно. Достаточно легкий, удобный, практичный. Снимается, ну, по крайней мере, должен был сниматься и снялся при помощи одной руки. Мы зарядили аккумулятор, потом раз защелкнули и начинаем опять работать. Качественный, доступный. Подсветки нет здесь. Не предусмотрена подсветка, ну да. Сколько скоростей переключения? 5 скоростей переключения здесь идет. Как я уже говорила, достаточно легкий. ABS пластик идет. То есть, в принципе, недорогой, качественный топ товаров в нашей компании, потому что этот шуруповерт продается у нас почти каждый день. Он, как я уже говорила, стоит недорого. Справляется с очень большинством поставленных задач. Теперь мы сейчас посмотрим. Аккумулятор здесь идет никель-кадмий. Посмотрите здесь, как я уже говорила, зарядка в комплекте, Made in Germany, посмотрите, обязательно на шильдике написано. То есть, ну, в принципе, что сказать, тот, кто ищет хороший шуруповерт, он понимает, что PSR-1200 это топ продаж, недорого, как я говорила, качественно, все-таки Bosch это есть Bosch. Следует отметить эргономичную рукоятку с резиновой накладкой. Также следует иметь, что Bosch это вообще немецкий бренд, но вот эта моделька PSR-1200 изготовлена в Малайзии на заводе Bosch. Это не обозначает, что это какая-то подделка или еще что-нибудь. Это действительно качественный бытовой шуруповерт, который будет вам очень долго служить. Компания «Электромотор» является официальным дилером Bosch на территории Украины. Весь электроинструмент и аккумуляторный инструмент есть у нас в наличии. Мы осуществляем квалифицированный подбор того, что именно вам нужно. Также у нас очень хорошие цены, гибкая система скидок, доставка по всей Украине, гарантия от 1 до 3 лет в зависимости от инструмента. И, пожалуйста, звоните к нам 5-3-0-3-8. Света, часто говорят, дайте нам немецкий. Точно немецкий? Немецкий это идет обычно профессиональный, то есть он синего цвета, но нужно смотреть в зависимости от модели. Какая произведена, есть сейчас сборка профессионального, как в России, есть в Германии, также есть и в других странах. Есть некоторые модели на заводе Bosch, которые производятся в Китае, но это Bosch настоящий. То есть, а такой есть немецкий? Нет, такого немецкого нет. Например, вот эту модельку производит Малайзия. Потом она идет дальше уже по всему миру. А где купить? Компания «Электромотор». 5-3-0-3-8. Мы ждем ваших звонков. Вид имеет вот такой вот этот шуруповерт. Пожалуйста, еще остались.